Twitter объяснил ограничение аккаунта Sputnik V из-за попытки войти в него из США. В Твиттере объяснили ограничение доступа к аккаунту российской вакцины от коронавируса Sputnik V тем, что кто-то пытался получить доступ к учетной записи из американского штата Виргиния. Такие не русские хакеры. Как так? Об этом сообщается в телеграм-канале вакцины. В Твиттере Твиттер восстановил доступ к учетной записи Sputnik V, объяснив ограничение доступа возможной попыткой несанкционированного доступа из штата Виргиния, США. Большое спасибо, Твиттер, говорится в сообщении. Ранее доступ к аккаунту был ограничен при попытке зайти на страницу аккаунта вакцины. Пользователь видел сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия. Позднее администрация соцсети сняла ограничения. Twitter объяснил ограничение аккаунта Sputnik V из-за попытки войти в него из США.